heart that's gone to lie, and you jump the spy. Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я подготовила для вас влог. Мне очень много чего вам хочется рассказать и показать, поэтому не будем тянуть. Присаживайтесь поудобнее, берите свой чай, кофе, что вы там пьете, и начнем. Как вы уже видели в начале видео, я с утра заполняла такие две книжки. В общем, об этой книге изначально я услышала еще, наверное, где-то года два назад, и она у меня была в фаворитах на Амазоне все эти два года. В этот раз я подумала, что вот, знаете, ноябрь для меня такой месяц, в котором я хочу все свои новые привычки в рутину включить, начать их практиковать. В этом году я бы хотела подключить BodyFlex, что я уже, кстати, делаю полтора месяца, каждое утро по 6 минут. И вот эту вот привычку журнала с утра и журнала вечером, именно дисциплинированно, потому что до этого я вела журнал и до сих пор его веду, но периодически, то есть когда мне надо, я пишу больше, когда мне не надо, я могу вообще 2-3 дня не писать. Поэтому для того, чтобы сделать этой привычкой, я решила попробовать The Daily Stoic, называется. На русском я вот здесь, надеюсь, я не забуду и вставлю, как эта книга выглядит. Эта книга вообще основана на этой философии стоицизма. Я нашла пару интересных определений, которые я бы хотела вам зачитать, ведь я подготовилась. В общем, стоицизм — это философия о том, как в тяжелых испытаниях увидеть возможности, как быть счастливым даже в самой беспросветной ситуации. И второе определение, которое мне понравилось, это размышления о своих эмоциях, о причинах их возникновения, а также умение направлять их себе во благо. Главный принцип стоицизма — умение различать, что находится под нашим контролем, а что нет. Эту книгу надо читать по одному параграфу в день с утра. Она пронумерована по дням. Вот я сейчас на 4 ноября сегодня прочитала. Вы, в общем, это читаете, для себя что-то понимаете. В принципе, как, знаете, такая еда для размышлений в течение дня. И также в этом журнале вы делаете две записи утром и вечером, и вопрос, который на каждый день задан, он связан с темой, которую вы прочитали на день в этой книге. Я пока сделала только два дня, поэтому особо много не могу ничего сказать. Я пока не знаю, насколько долго меня хватит, но, в принципе, мне такие вещи очень заходят, и я надеюсь, у меня получится это ввести в свою рутину и делать каждый день. Каждый раз, когда я пытаюсь ввести новую привычку в свою рутину, я делаю первый месяц каждый день, и потом решаю, оставлю эту привычку или нет. Вот как и с сельдереевым соком, я делала это месяц, и потом, знаете, просто после месяца настолько это автоматически становится. Так же, как я уже сказала, я делаю по утрам BodyFlex, я вам сниму, как я его делаю. Про BodyFlex я вообще услышала от своей подруги, она как мастер-классы делает. И она мне как-то скинула такое видео для начинающих, где просто объясняется, как это делать. Я его посмотрела и решила по 6 минут... Это такое, знаете, ни много и ни мало для меня. То есть 6 минут — это оптимальное время, за которое я еще не успеваю начать скучать или такое думать: ой, я не хочу этого делать. И BodyFlex — это вторая такая привычка, которую я вот уже полтора месяца делаю. Сначала я начинала с 4 минут, потом 5 минут, сейчас 6. И, ну, вообще, в идеале я хочу дойти до 15 минут в день, но маленькие шажки. Мне нужны маленькие шажки. Я не могу так сразу. 15 минут для меня — это слишком много. Сегодня у меня не рабочий день, поэтому я решила посвятить весь день редактированию видео и съемке. Как обычно, идей много, времени мало, поэтому я за сегодня постараюсь по максимуму успеть. Так, я уже отредактировала видео практически. Мне осталось только доделать музыку и загрузить его. Сейчас я делаю немножко перерыв. Я специально убеждаю, что каждые 50 минут я делаю перерыв, иначе я могу просто 3 часа подряд сидеть, а потом я очень устаю из-за этого. Вот. Также, когда я загружу видео, я хочу сходить погулять. Это еще одна моя новая привычка. От 10 до 30 минут в день я хочу стараться выходить на улицу, потому что бывают иногда дни, особенно, знаете, когда на улице холодно, и ты сидишь весь день дома, в хоум-офисе, и вообще не выходишь на улицу. И это, не знаю, меня тоже так удручает иногда. И после прогулки я хочу устроить себе такой спокойный вечер, почитать немного свою книгу, приготовить ужин. И вообще, когда вот так вот темнеет раньше и становится холодно, я иду спать где-то уже 8:30, что я подготавливаюсь к кровати, и где-то к 9:30 я обычно уже сплю, но при этом... Я встаю очень рано, то есть сейчас я встаю где-то в 5 утра, в 5:20 утра.
Я не знаю, почему так, но зимой рано утром мне просыпаться гораздо легче, чем летом. Хотя вроде должно быть все наоборот, но мне как-то так. Sometimes when I hate where I am, I forget every single place that I've been. And sometimes when I look in the mirror, I wanna tear off every piece of my skin. I'm looking for a lover, but there ain't nobody here. Searching for a vessel that can sail into the clear. Endless blue and a crew to hold the line. And if you wanna run away, then we got room for you. Never feel ashamed for doing what you wanna do. Time away doesn't wait to be defined. Уже практически собралась. На улице очень холодно, поэтому я одеваю пару штанов и возьму с собой перчатки, маску, потом мою посылку, оп, и ключи. Да, неплохо бы взять ключи с собой. Теперь завершаем это все дело парфюмом. И я готова. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun. Так, я вернулась. Я, естественно, вышла, когда начался дождь. Но, в принципе, не считая того, что я вас практически не вижу из-за капель на очках, такая погода даже как-то нравится. Я не знаю, может, у меня какая-то с Англии привычка. Я отгуляла 33 минуты. И пока я гуляла, я подумала, надо же мне куда-то свои эти новые привычки записать. Я вообще давно хотела сделать такой трекер своих привычек, поэтому я думаю, сейчас я переоденусь, помою руки, все это сделаю и сяду, сделаю такую страницу у меня в журнале, где я просто запишу, ну, даты, сделаю такой мини-календарь, где я могу отмечать, потому что я хочу за этим следить и смотреть, какой у меня прогресс. Я решила сделать отдельное видео, которое выйдет на день позже этого, и когда оно выйдет, я его здесь в подсказки добавлю и также линкну в конце видео, так что если вам будет интересно, как я сделала свой habit tracker, то оставайтесь до конца, либо нажмите на подсказку и можете посмотреть там. Я надеюсь, вам понравится. Просто чтобы здесь места много не задебало, так как это все 6 минут длится, я решила это отдельно загрузить. 2 часа прям придет мой парень с работы. Он чуть пораньше освободился, и у нас пришел такой вот шкаф для обуви. Нам его надо будет собрать, и я наконец-то смогу разобрать свою обувь. У меня просто все еще в пакетах так стоит, и тут так все не разобрано. Я прям жду этого момента, когда мы достроим этот шкаф, чтобы я просто понимала, сколько где места и как я что положу. На сегодня я дела свои все сделала. Сейчас я пойду читать книгу, пока не придет мой молодой человек, и потом мы будем собирать шкаф.
The old me came to town, and I sat beside him at a seaside bar. Slipping through his hands was your photograph, as he let go of everything he knew. I still feel like I'm letting go of you. I still feel like I'm letting go of you. 'Cause those were the days when something was wrong. I looked you in your face and I told you that my love was gone. That's when it left. I chased love like a younger man. I tried to find someone to make me right. I know now no one can. You emptied me of everything I got. I still feel like I'm letting go of you. I still feel like I'm letting go of you. 'Cause those were the days when something was wrong. I looked you in your face and I told you that my love was gone. Я весь день была на работе, вот сейчас час назад пришла. Сейчас я сделаю своего вечернего штойка, и после этого я начну собираться в ресторан. Мы с девочками в 8 вечера забронировали столик. В Мюнхене сейчас очень сложно вообще где-то что-то забронировать. Везде, если хорошее место, надо за 3 или даже за 4 недели заранее все это бронировать. Мы идем вчетвером девочками, и я так идеально прям пришла домой. У меня сейчас остается 1.5 часа. У меня здесь Real Housewives уже включены. На такие вот вечера, когда надо, знаете, куда-то нафуфыриться, я люблю это все очень медленно делать, знаете, масочку перед этим сделать, лицо освежить, наряд выбрать. Я постоянно все меряю. Ой, ребята, я такой крутой аутфит подбрала. Волосы я сейчас хочу быстренько что-нибудь Дайсоном сделать, я пока не знаю. Я включу немножко креативности, но я думаю, лучше, если у меня волосы будут прямые. Я вообще себя прямыми волосами люблю. Поэтому делаем прямые волосы. Косметику я пока не знаю, обновлять или нет. Наверное, мне надо будет обновить. У меня, в принципе, еще есть время. И после этого я покажу вам свой аутфит. О, я так им горжусь. Это прям такой скандинавский. Ладно, вы потом увидите. Так. Getting ready. Музычку. И у меня такое настроение хорошее. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are. Итак, вы готовы к моему аутфиту? Первое, я делаю такие штаны. Они у меня из топ-шопа, классические. Это моя вторая пара. Я первые и так заносила. Потом моя рубашка оверсайз. Я увидела эту рубашку, и вспомнила, что после раз, когда я одевала, это было вообще, по-моему, прошлым летом. И подумала, сегодня вечер этой рубашки. А я делала такой простой белый топ под низ. У меня, к сожалению, не было белого лифчика. Мне надо будет такой купить. В общем, одеваем оверсайз рубашку, не заправляя ее прям так. Так я буду сидеть в ресторане. То есть я сниму свитер, но я решила утеплиться и одеть такой вот свитер. Это вообще как платье-свитер. Но смотрите, как он круто сверху выглядит. Потом опускаем его так, потому что сверху у нас будет пальто. Воротник управляем. Мне так нравится вот такой вот большой воротник. Потом я делаю эту цепочку, которая, на самом деле, цвет не очень подходит под сережки, но это не так заметно, там будет темновато. Я вообще очень редко ношу кулоны, я раньше много носила, но стала реже, и я решила начать их опять носить.
чем такой кулон, рубашку вот так. Так даже, в принципе, вот так сидеть красиво, я думаю. В принципе, тот факт, что это и платье вместе со штанами немного странный, но, знаете, мне это все напоминает какой-то скандинавский стиль. Сейчас я вам в зеркале покажу. Вот так это выглядит. Не знаю, мне очень нравится. И сейчас я вам покажу с пальто. Так, выправляем опять рубашечку, чтобы она прям так сверху лежала. У меня есть видение. Закрываем пальто, и вы готовы? Я вспомнила одну сумку, которую мне мама еще год назад отдала, и с тех пор она просто такая крутая, что я ее боюсь куда-либо носить, но... Мама, она уже давно была, и она ее не носила, и я сказала, да, я подношу ее немножко, и она мне отдала, и вот с тех пор я как-то не придумала еще наряды, и знаете, у меня пока машины нет, в метро, конечно, такой сумкой это немножко глупо идти, я думаю. Но в целом, мне кажется, очень классно получилось. Ой, этот воротник, это так красиво. Волосы, кстати, да, я с ним очень быстро буду уложить, и они, в принципе, не такие прям совсем прямые, как после плойки, но все же это меньше вреда, как Дайсон. И я плойкой уже вообще лет с 16 не пользовалась. Но мне нравится, они так лежат просто более, ну как после укладки. Вот. В общем, я готова. Я одела свои ботинки с этими штанами. Мне так нравится, как они выглядят. Они как-то так ногу делают прикольно. Единственное, что я пока еще не знаю, сделаю я волосы наверх или вниз. Может, такой нижний хвостик сделать? Было бы тоже элегантно, в принципе. Я не знаю, просто проблема с таким хвостиком, когда на весь ужин идешь, он, естественно, таким не останется, он упадет как-то, я не знаю. Хотя, в принципе, красиво. Но у меня прыщик на шее. Нет, такой не хочу. Я хочу с распущенными, я думала, сами пойти, больше вот так вот. Сейчас посмотрим. Все.